Но в начале новость последних минут. Только что в Следственном комитете нам подтвердили, что в Татарстане, увы, обнаружено тело девочки, пропавшей в субботу, 8-летней Василисы Голицыной. Ранее значительно была расширена территория поисков. 900 полицейских, 75 сотрудников МЧС и около 1000 добровольцев, многие из них на личном автотранспорте, прочесывали огромную территорию. Были задействованы кинологи и вертолет МВД. Накануне полиция по подозрению в похищении ребенка задержала 30-летнего уроженца Узбекистана. Именно с ним свидетели в последний раз видели девочку. И вот, как только что сообщили в МВД Татарстана, похититель Василисы Голицыной из набережных Челнов сознался в убийстве. И он сам указал, где спрятал тело. Подробности, вероятно, еще последуют.